Здорово, ребята! Установил субтитры, ну, в целом, русификатор на субтитры, там, на всю суету. А теперь можно не скипать диалоги. Чё, газоват делаем? Газоват, блядь! Вот он, наш корабль, ёбани в рот. Так, стыкуемся. Око открыто для тебя. Газ. Вот с субтитрами уже вообще другой вайб, нет? Бля, Starfield бомба игра. Если бы она не лагала, английский язык убрали, грубо говоря, из субтитров. Владимир. Теперь, как знаете, артефакты не просто промлески надежды в самом Черном море. Я обнаружил интересную закономерность. Гравитационная аномалия, созданная одним из этих артефактов. Она по совпадать с таковой другой планете, более крупной. Так, я же Джигли. Теперь мы говорим, направьте меня на них. Как мы раньше этого не замечали. Этот объект уже давно был в моем списке возможных мест нахождения артефактов, но профиль не совсем совпадал. Теперь, когда мы получили больше артефактов, сходство стало очевидным как день. Теперь мы говорим, направьте меня на них. Хорошо, давайте я передам данные, но мне для этого нужно, чтобы это я надел сапоги осторожности. Неизвестно, что это за штука и почему она такая большая. Приземлиться рядом с аномалией, использовать мой скамер есть. И оттуда, мы, возможно, вы поймаете улыбку и раскроете источник всего этого. Конечно, Володька. Побежали! Сука, не понимаю. Ой, бля. А, вот эти хуйни собирать надо, да? Да, я додумался, найс. Ой. Бля. Портал какой-то. Чё за заварушка, бля, войду в нее. Уебать. Меня напитало. Нихуя себе. At the top, access your powers. А, вот силы. Anti-gravity field. О-о-о. Нихуя, тут даже силы есть. Zeto, use your power. На, блядь, фусрота! Бля, ебать, я, сука, жестик. Он резнулся. Черт ебаный. Эх, Костик Райкса, посмотри на себя. Если вы не возражаете, я собираюсь начать делать некоторые сканирования, например, прямо сейчас. Мы были правы насчет аномалии, не так ли? Поведайте нам об этом. Это было здание. Это храм. Целое здание, генерирующее сигнатуру, подобно артефакту. Владимир, посмотрите на эти показатели. Сердечно-сосудистые и неврологические показатели не в норме. Думаю, нам понадобится небольшая демонстрация. Не возражайте против того, чтобы поставить его на место. Делаешь. Все это видели, верно? Это буквальный дар небес. Но также самое практическое средство нашей маленькой затеи. У меня нет старой корабельной мудрости для этого случая. Просто назову странным. Я буду использовать это везде! Ну, я полагаю, мы не можем вас остановить, но я на время вступаю в клуб отрицать все для общественности.
О, чувак, я тебя не виню, но кто знает, как все отреагируют на это. Я прослежу за другой аномалией, которую вы нашли. Надеюсь, это еще один храм. Well, now. Наконец-то, Рейнджер и Фристар, чертовски рад тебя видеть, Ния. Вон она идет, блядь. Как убрать оружие? На G? Дай, дура ебаная, на какое G убрать? Блять, еще и повелся на эту хуйню. Блять, еще же повелся я на эту хуйню. Написано было снизу, что кража, короче, на последнем левеле, если качать, можно будет пиздить прям экипированное оружие у типов. Welcome to the rock, I guess. Pickpocket! Stop! Минус вайп. Сейчас пиздим у меня, погоди. Эй, give that back! Блять! Бля, они так все стоят тут. Akil is really the heart of the Freestar Collective. Ай, блять, спалился, сука. Сейчас. I'm proud to be helping the Freestar Rangers. Сейчас. Да как там, блядь, 60%, блядь, кража? Ёбаный в рот. I'm proud to be helping the Freestar Rangers. Nice. Свайп. Просто у всех напиздил по чуть-чуть. Ну, этого еблана можно обокрасть? О! Так, что там, братишка? Welcome back. Подожди, не удалось выяснить, кто украл корабль у Hope Tech. Ба. Уля! Что за хуйня? Я понял теперь, что оно делает. Ой, Advanced. Advanced, ебать. А как? А, ну вот. Изи, ебать. И это Advanced уровень, ребят. Боже, вы очень-очень слабые. Найс. You are seriously handy with those locks. Mr. Miller's capable hands. You need anything else? Я нахуй только взламывал. Never a dull move. VIP. VIP крыло, смотри. VIP. The clinic's a bit of a legend in the medical field. Ой, блядь! Ой, ебать, дай бог здоровья. Ебать, тут массакра была, нахуй. Мина. Сука, упыри, раскидали тут хуйни. Ага. Ну. Все? Походу не все. Что я не понял нихуя вообще. Ну, по-любому что-то в компе надо сделать. Блять, ну неужели мне это все читать нужно будет? Я не верю в это. Админ мод. Я все просмотрел уже, ёбана. Бля, не понимаю, чат, что сделать надо? Написано, типа, найдите причину. Ну, нужно найти что-то, но я не понимаю, что. В компе я полазил. Я понял, пацаны. Походу. Слышь, походу я нихуя не понял. Что сделать, ебать?
Тупники опять пошли, ебаные. Ай, бля. Так. Что это, баг или что? Я не понимаю. Бля, чат, может гайд найти на миссию, блядь? Я вообще не понимаю, не отдупляю, дупля, ебать, не отбиваю. Долбоёб и ничего не показал! Блядь, какой еблант? Еблант просто. Сейф какой-то нужно найти, блядь. Где этот сейф? Вы видите сейф? Может, он не тут, блядь, я не знаю. Ну, нету. Я бы заметил, я же не настолько долбоёб. Я, конечно, еблан редкостный, но не настолько, чтобы сейф в стене не увидеть, блядь. Так, ну вот сейф. Так у меня и так был ебаный ключ. Я не понимаю, блядь. Боже, скрипты, говна. Блядь. Я не понимаю. Показывает, что в этой комнате. Search for clues, нахуй. Что мне, сесть на диванчик? Давай, блядь, посидим. Покайфуем, ёбаный в рот. Давай посмотрим на джигличку, нахуй. Какие, блядь, еще вопросы могут быть к нему? На столике рядом с кроватью. Записка какая-то. Она не берется. Кроватью. Ёб ебаный, бля! Сука! Она все время была рядом, нахуй. Боже, блядь. Пиздец. Позор ебаный. Ну, блядь, не зря же там комп выдвигался. Я думал, в компе дело, что-то скрипт, блядь. Для прикола? Нет, для зрения. Ну это скрипт ебаный. Нажми на G. Дура ебаная! Ебать, она прыгнула на эту. Вот, теперь он со мной. Эту хуйню убить, братан. Умираю, умираю. Ух ты, ну нахуй она жарит, посмотри. Ебанешься. Уай! Меня поджарило чуть. Бабахна. Так, игра бомбовая. Леха говорит, что не бомбовая, потому что он по-английски нахуй не шпрехан нихуя. Ну, игра для умных. Хули сказать еще, правильно? Ебать какой-то, смотри, американский. Американские роботы, блять, умерли от русского джигли. Делайте выводы. Пизда вам, грибы! Ладно. Так, подожди, а как мне, блядь, как мне с контрабандой-то, ёпта? Ладно. Короче, сохраняемся. О, ну, нормально поиграли сегодня.